В Германии продают Газу и Палестину. Газированные напитки с такими названиями выставили на продажу в Берлине на станции метро Александерплац. Колу производит шведская компания Palestine Drinks, основанная братьями из Палестины. Мухаммад Кисвани, Хусейн и Ахмад Хасун полгода назад решили создать альтернативу бойкотируемому бренду Coca-Cola. Рынок, рестораны, магазины, простые люди хотели альтернативы более крупным брендам. Поэтому мы подумали, почему бы не сделать это благотворительным проектом, назвав его Palestine Drinks, чтобы люди помнили название и гордились брендом. Это главная причина реализации нашей идеи. Упаковка напитков имеет уникальный дизайн. На логотипе банки изображено оливковое дерево, которое считается палестинским символом с древних времен, и рисунок снизу, представляющий палестинскую куфию. Главная идея заключается в том, чтобы охватить весь мир. Мы хотим, чтобы все помнили, что Палестина существует не только в памяти нашей семьи, но и в памяти каждой палестинской семьи. Бренд быстро завоевал популярность в социальных сетях, привлекая внимание к проблемам, затрагивающим сектор Газа. Когда напитки поступили в магазины, люди начали активно их покупать. В настоящее время продукция поставляется в Швецию, Германию, Данию и Норвегию. Заказы продолжают поступать и из других частей Европы, США, Австралии, Японии, арабских стран и даже Латинской Америки. На данный момент у нас есть около 900 заказов от компаний по всему миру, которые хотят стать нашими дистрибьюторами. Однако у нас еще не было времени ответить на все электронные письма. Известно, что часть от продаж напитков идет на поддержку жителей Газы. Семья Хасун планирует создать фонд в Швеции, который будет финансировать проекты в Палестине.